Томат «Банан желтый». Томаты относятся к любимцам огородников, их выращивают во всей европейской части планеты и в Азии. Но тем не менее, для получения хорошего урожая помидоров требуется определенная сноровка и знания. Томаты делятся на гибридные и сортовые. Гибридные томаты более устойчивы к болезням, дают высокий урожай. Семена их очень дорогостоящие, а получить семена экзотических томатов на своем огороде не представляется возможным. Томат «Банан желтый» считается аматорским среднепоздним сортом с превосходными вкусовыми качествами. Растение высокорослое, до 3 метров, со сливовидными плодами желтого цвета. Плоды очень плотные, поэтому прекрасно хранятся и консервируются. Есть несколько условий для нормального роста и плодоношения помидоров «Банан желтый». Это в первую очередь подготовка почвы под посадку. Она должна быть достаточно взрыхлена, но без внесения свежего навоза. Томаты являются очень теплолюбивым растением, поэтому при выращивании рассады температура должна колебаться в пределах 20-25 градусов. Да и освещенность грядок должна быть отличной. В противном случае соцветия не будут образовываться.